чистого дорога идет. Вот и имеет, и нас сегодня. Сегодня 13 августа. Она за столб заденет. Вплотную подошла. К столбу вот это вот, видишь? Володя только подошел, уже понадобится. Вот с поля приходит. Деревенский парень, 12 лет с машиной, с техникой или нет. Вот так, воспитанный дети. Дорог, он уже начинает поднимать. Сами рвали. Там же столько. Там все понятно. Ну, все долго, спасибо. Что, он тебя зовет помочь, что ли? А? Зовет что-то помочь, нет? А то узнал. А ты видел, что Сергей приехал? Пришел до него? Нет. А зачем он пришел? Саморезы какие-то нужны. Ладно, я пошел. Слышно, у меня прокидывается, не дает. Это не потянуло, первый раз не потянуло. Как проиграл? Не первый.
Не первый, тоже. Вчера я был у него, там тоже, да? Также выгребал. Ну, Елена говорит, сегодня первый раз. Нет, она видит первый раз. А вчера точно так же Игорь выгребал. Так, ну давай это, горох этот, утащим его. Да, понятно. Если нужно, ты спроси еще помочь. Тоже растворяющий плюс Симпанфиловский храм.